слабоострый сорт перца Альжи Фантазия. Этот перчик родом из Финляндии. Такой перец может достигать высоту от 50 до 90 сантиметров. Такая вот форма перчика. Он похож на вытянутый колокольчик. Созревает он от светло-зеленого такого цвета до ярко-желтого. Такие кусты не требуют формировки. Они довольно объемные. Высота, я уже говорил, может быть от 50 до 90 и в ширину до 60 сантиметров. Но я такие кустики формирую, потому что у меня их очень много. И каждый куст будет занимать очень большое пространство. И потому я их подрезаю им верхушку и убираю пасынки, чтобы он не был не такой объемный. Вот видите, какая гроздь может быть находиться на одном перчике. Так выглядит перчик. Он довольно плотный. Срок созревания, я уже говорил, от 90 до 110 дней. Видите, как он растет. Вот такой вот пучок перцев. Очень-очень большое количество. Если его не формировать, здесь будет больше 80 плодов. Вес такой перчинки у нас составляет, ну, почти 17 грамм. Если они бывают чуть-чуть крупнее, сейчас мы его разрежем и покажем, как он выглядит изнутри. Вот смотрите, перчик довольно толстостенный. Он сочный. Острота такого перца от 1000 до 1500 единиц по шкале Сковеля. Если, например, сравнить с нашим бараньим рогом, то у бараньего рога от 30 до 35 тысяч единиц по шкале Сковеля. Этот во много раз слабее. Он очень хороший для того, чтобы использовать его в салатах. Это будет слегка острый салат. Сейчас мы дадим Ларисе на дегустацию. А Ларочка, возьми. Так, что ты можешь сказать по поводу этого перца? Очень сладкий на вкус. Сладкий-сладкий. Очень сочный. Приятная такая острота. Вкус даже не могу сказать, что напоминает. Какая-то фруктовая нотка такая, но очень сладкий. Вот если взять обычный болгарский сладкий перец, красный уже, созревший, откусить и добавить остроты, вот где-то вот напоминает. Его можно есть просто так. Вкусно. Очень вкусно. Этот перчик подойдет тем, кто любит слабо-слабо острые перцы. Такой перчик можно выращивать у себя на балконе, на подоконнике. Он занимает немного места, если его сформировать. Вы видели сами такой кустик у меня где-то в пределах 30 сантиметров в высоту и в ширину где-то сантиметров, наверное, 15. Так что выращивайте такой перчик у себя дома.